В 2014 году российская серия кольцевых гонок открыла Сочи-автодром за месяц до Гран-при России Формулы-1. Ее пилоты первыми проехали по новому асфальту в боевом режиме. В сезоне 2015 сочинцы с удовольствием провели здесь гоночные выходные вместе с TCR International Series. Тогда двое пилотов кольцевых гонок присоединились к участникам международного первенства и дали нашим фанатам возможность поболеть за сборную России. А в нынешнем сезоне страна и сама разыгрывает очки в зачете TCR Russia. На старт зачета Туринг выходит уже 8 пилотов на мощных и красивых Сит Леон. Какие еще плоды приносит сотрудничество российской и международной гоночных серий, можно увидеть лично. Вход на трибуны бесплатный, паддок открыт для зрителей. Поклонники российской серии кольцевых гонок, которые не смогут лично посетить этап на Сочи автодроме, смогут следить за ходом заездов с помощью онлайн-трансляций.